Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. Королевская лихорадка. Ну что же, у нас с вами северная застава. Это их проучит. С их ресурсами теперь абсолютно все будут дрожать перед нашей армией. Настало время захватить север. В этих суровых землях полно глупых северян, которые думают, что сила кроется в мускулах. Покажи им, что это не так. Ха-ха, ребята, это прям про меня, я северный чувак. Ну что, сражаться, да? Погоди секунду, у нас с вами новый герой, да? Мы его буквально недавно получили, я его взял, это у нас Олах. И заодно проверим, протестим его. Ну что ж, поехали. Сражаться. Ай, ёлки ты палки, зачем сражаться? Я хотел башни поменять. Господи, ребята, я лопухнулся сейчас. Я хотел посмотреть новые башни. Ладно, может быть, получится пройти. Так, что это у нас такое? И... А, понял. То есть это викинги, да? У нас здесь будут. Ну что же, вот мой Олах. А мы его, кстати, проверяли, да, ребят? Мы в прошлый раз его немножко потестили. Так, самое интересное, вот меня смущает вот эти вот бараки. В плане, это за меня? Вот эти вот чувачки будут за меня? Кто такие? Это тролли-наемники. Тролли, которые за пару золотых придут к вам на помощь. Хоу. У нас с вами две дорожки, которые мы должны с вами защищать. Значит, здесь мы с вами выставляем... Подожди, у меня бараков нету, да? Да, я от них отказался. Хорошо, давай сюда рыцарей поставим. А это у нас расчистить, да? Чтобы можно было здесь что-то ставить. Хорошо, давай, наверное, тогда... Мы вот это с вами проверяли, нет? Плавильную печь, по-моему, нет. Пускай будет, да? И куда-то нам нужно еще кого-нибудь поставить. Дирижабль, по идее, пригодится, но вначале мы сделаем луч. Кто-то кричал: Рэй, зачем ты прокачиваешь, точнее, ставишь много башен и не докачиваешь их до фулки? Ребят, ну, во-первых, объясняю. Если у меня здесь будет всего лишь одна башня стоять с прокачанным лучом, а будет куча врагов, смотрите, что получается. Он будет пока первого врага уничтожать, остальная вся армия будет проходить. А так, хоть и мало, как говорится, урона это будет башня наносить, но зато их будет здесь больше, и они каждого могут быстрее забомбить. Вот, в принципе, как-то так вкратце вам, ребята, объясняю. Что это еще такое? Сюда, наверное, нам надо еще где-то дирижабль, ребята, влепить. Пускай будет здесь. Пускай будет здесь, вот, контролировать вот эту дорожку. Да кто ж там летает так? Смущает. Тут у них, ребят, смотрите, рыбалка. И если бы я знал, что здесь можно... Узнал, да-да-да-да-да-да-да. Это у нас этот Олаф, или как его звать-то, помните? Из мультика-то, Снеговик. Как там, замерзшее сердце или что-то такое. Я просто не знал, ребята, что надо нажимать на анчивки. Отпусти, найдите Олафа. Да, я его нашел. То есть, если бы я раньше знал, что вот так вот надо кликать, я бы, конечно, бы и Терминатора бы там бы закликал бы и всех их. Так, ну что, наверное, пора приступать, ребята, к волне. Так, кто это у нас? Северный дикарь. Воины, которые бросаются на поле боя практически без доспехов, пытаясь показать тем самым свою храбрость. Средний урон. Но средний урон все-таки, как ни крути. Это не какой-то тут нубас будет. Давай вот сюда вот их переведем. Олах тоже. Вот, смотрите, ребят, да, ну башенка одна. Наносит не очень много урона. Так, двойников вызвали. Шикарно. Так, надо будет вот сюда еще. Слушай, можно кладбище, в принципе, вызвать, да, ребята? А что, зомби сами по себе здесь будут появляться. Так что нормуль. Ох, неплохо. Олах, ты мне уже нравишься, это нормуль. Так, погоди-ка, иди-ка сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, немножко, ребята, мы, наверное, с вами тут погорячились. Без охраны у нас тут. Без охраны. Так, прожариваем их. Да, хрустящие курочки. Да, здесь нужно полюбасику, надо еще что-то поставить. Каких-то юнитов. Давай вот это. А, у нас тут есть, вот. О, будем нанимать этих чуваков пока. На первое время. А можно их вот сюда вот поближе поставить. Так, ну что, прокачивать дирижабль, это все понятно. Это все нам надо будет делать. Так, зомби потихонечку вылазят.
Кого бы нам сюда поставить? Плавильная печь, она же наносит, по-моему, урон, если я не ошибаюсь. Она должна наносить урон. Сюда мы поставим, наверное, еще одну башню, ребята, с лучом, скорее всего. Она нам понадобится. Ох, как хорошо у нас бомбит наш герой. Да, он по защите, конечно, в ближнем бою вообще ни о чем, не алло. Но вот своей магией именно хорошо делает. Так, ты же копейщик вроде как. Чё ж ты ничего не делаешь-то? Так, печурка что-то там пытается бомбануть. Но пока она не прокачанная, от нее нечего хорошего ожидать. Ну-ка. Так. И да, ребята, хватает. Я ставим сюда луч. Давай, 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 задерживаем. Мой герой пал, к сожалению, пока. Так, а это у нас кто такой? Тролль-чемпион. Хорош. Тролль-чемпион, 80 стоит, ребят. Дороговато, на самом-то деле. Блин. Слушай, а мы можем их вот сюда вот? Они будут бежать в бой или нет? По идее, должны. Так, следующая волна. Прокачать печку, что ли, я не знаю. Или вот сюда что-то поставить. Сюда можно поставить, ребята, еще одно кладбище. Но они все-таки не такие уж, как бы сказать, ватные. Ну, сдерживают врагов, сдерживают. Так, а это еще кто у нас? Северная охотница. Хладнокровные охотники, они бросают топоры в своих врагов и с поистине бешеной скоростью. Понятно. Блин. Топорщики, ребята, это уже хуже. Топорщики, это хуже. Так, ладно, давай мы их вот так немножко с панталоги будем сбивать. Замечательно. Так, прокачивать мне надо, наверное, все-таки моих вот этих, ребята, бойцов. Хочем мы этого или нет, но надо. Что-то у вас тут, по-моему, ребят, слишком уж много. Так, иди-ка сюда, родной. Будешь здесь стоять у нас. Ну? А рыцари-то что? Вот, наконец-то пошли в бой. Ой-ой-ой, топориками, ребята, бросаются. 220 нам нужно для того, чтобы прокачать. Тут, кстати, будет 15 волн. У нас в данный момент пока только третья. Луч. Луч жарит потихонечку. Дирижабль, да, дирижабль. Ну ладно, пускай он тут стоит. Его вот все надо прокачивать. Опять же, ребят, все надо прокачивать. И, как всегда, ни на что нету денег. Бедный зомби так успел появиться, как вот тут сразу же раскромсали. Но в ближнем бою я смотрю вот эти вот северные воительницы слабаки. Так, давай-ка. А, не хватает чуть-чуть, да? Сейчас улучшим, ребята. О! Так-то оно будет поэффективнее. А вот эту вот базу, я так понимаю, улучшать нельзя. Понял. Все, понял. Так, Олаф, иди сюда. Олаф, Олах. Так, дирижабль. Ну, дирижабль пока в данный момент он вообще слабо бомбит. Оп, исчезли с лица земли. А почему вы не реагируете, эй, братки? Так, нечестно, вы должны были реагировать. Пумс, взорвался. Эй! Погоди-ка, погоди-ка. У меня такой расклад совсем не устраивает. Пришла, как к себе домой, и начинает тут топориками бросаться. 260. Слушай, с этой трубы я ничего не... Не в моем темпе. Сочини песню. Для чего там? Не успел опять, ребят, прочитать. Какую-то песню сочинить для чего-то надо было. У меня есть джаггернаут. Да, ребята, один джаггернаут. Эй! Давай-давай-давай-давай-давай, малыш. Неужели мне придется тратиться на него, а? Нет, пока не буду, ребят. Пока будем так вот вызывать. Луч. Ну что же, почему вот этот не достает? Не знаю, ребята, надо прокачивать. Нет, лучше мы дирижабли все-таки. Вот так. Да ну вас нафиг. Так, отлично, ребят. Давай сюда. Больше тут ничего не кликается. По-моему, нет.
Так, 260 нужно нам, да, монет, чтобы прокачать. Ну, по крайней мере, здесь зомби сдерживают этих викингов по чуть-чуть. Это уже хорошо. Вот как только прокачается у нас с вами дирижабль по фулочке, вот это будет классно. Это будет классно. Он будет здесь один контролировать практически вот эту вот всю дорожку. Но для этого нам нужно, конечно же, прокачать. Так, пока все отлично. А сколько там? 200? А, 300. 300 стоит, да? Улучшение. Куда это вы, ребята, пришли? Вас сюда никто не звал. Да-да-да. Так, тут, наверное, тоже бомбанем лучом. Козырно. Так, эти бегут. Come here. Так, улучшаем, ребята. О! Дирижаблик уже намного лучше стал. Сразу чувствуется мощь. Ну вот, олах, да, ну как тебе сказать. Как маг, может быть, неплохо. Ну как ох ты, а это еще кто, ребят? Ледяной волк. Созданные с помощью морозной магии волки. Опасные создания, которые осыпают врагов ледяными осколками, когда умирают. Замораживают врагов и высокая скорость. Спасибо, елки-палки, за такую щедрость. Мне они не нужны. Так, луч. Ой, как он медленно, ребята, их будет бомбить. Очень медленно. Так, 260 нам нужно. Ну-ка. Так, ребят, какой-то авральчик тут у нас небольшой. 260 нам нужно для того, чтобы улучшить еще на одну ступень наших. Эй, парень, ты далеко собрался-то? Да хорош ты. Блин, печурку надо тоже как-то нам, блин, прокачать. Эй, да хорош уже, псы. Да. Так, сколько? 360, обалдеть. Следующее улучшение 360. Так, вот. Кто сказал мне прокачивать лучше щиты в первую очередь? Ладно, прокачаем щиты. И печку, ребята, вот это вот нужно прокачать. Я не знаю, что она нам будет давать на высоких уровнях прокачки. Но надо посмотреть. Я ее, по-моему, даже еще и не тестил на самом деле. Опять эти волки. И надо бы уже, конечно, бы... Да все надо прокачивать. Тут как ни крути, ребят. Прокачивать надо все. Ну, такой, хоп, спрятался, главное, под защитом. Так, уничтожаем. Ёлки-палки, что-то у вас тут как-то чересчур, по-моему, много. Очень много, ребят. Печурка, 240. На следующее улучшение нам нужно. Так. Пока вроде бы нормально, ребят. Пока справляемся. Come here. Так, сколько нужно нам? 360. Ё-моё. 360, это немало на самом деле. Пойдем-ка лучом будем бомбить здесь. Главное, чтобы они не пробежали либо сюда, либо сюда. Вот это наши границы. Не имеем права здесь проигрывать просто-напросто с вами. 360, да? Во. О, вот это совсем другое дело. Дирижаблик прокачан по фулочке. Остается только лишь прокачать ему скиллы. Этим и займемся. Этим мы с вами займемся. Конечно, и кладбище бы надо тоже улучшить. Да и вот эти вот лазеры. Тыч. Шикарно. Зомби хотя бы немножко их, ребята, здесь подтормаживают. А если бы у нас было бы это кладбище еще и прокачано, вот это было бы козырно. Смотри, дирижабль просто держит под контролем эту дорогу. Это круто, ребят. Так, давайте-ка мы, наверное, смоляную бомбу выучим, да? И, скорее всего, надо будет вот этого вот гоблина-бомбардира. Так, тихо, куда там разогнались-то? А? Ребятулечки. Печка, что же нам печка? Кроме того, что она вот бомбит по земле, она что-нибудь будет еще делать или нет? Олах, да, разбомбили. Идите вон отсюда, в козе трещину. Так, вот этих бомбить надо. Эй, 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 эй.
Сдерживайтесь, елки-палки. В конце-то концов. Я прокачаю сейчас, попробую, ребята, вот эту вот печку. 240 нужно, да? Ага. Третья, точнее, последняя стадия, это нужно 300. Бумс. Я, насколько помню, она замедляет, по-моему, противников. Ну и, соответственно, наносит еще и урон. Должно быть именно так. Классно, дирижабль вообще великолепен. Тут один справляется практически со всеми. Замечательно. То есть мы под контроль просто... Опа! Куда это вы, псы, разогнались-то? Совсем, смотрю, припухли, родные. Меня такой расклад не устраивает. Нет! Не надо пробегать! Ну! Один пробежал, ребята. Один все-таки проскочил. Слушай, я боюсь, тут надо джиггернаута будет вызывать. Воу! Да, господи, ну ты же пропускаешь! Ядрить его на кур. Вот это джаггер, вот это я понимаю, чувак. Так, что это? Горящий красный уголь. Давай, давай, угольки пускай летят. Прикинь, джаггер наяривает. Чувак крутой. Ну, так, а это еще что там за дракончики летят? Погоди-ка, а у меня хоть есть? Все, джаггернаут нас покинул. Эй! Эй! У меня нет юнитов, которые могли бы... У меня нет стрелков, ты прикинь. Вот это я попал. Вот это я попал, ребята, здесь. По-крупному. Олаф, давай бомби. Пипец, если бы я знал. Так, синяя выверна. Поражение Джокла. Быстрый выверный вихрь проносится над вражескими линиями, выискивая легкую добычу. Да я уже и понял. Да. Угольки подбрасывает. А это что? Горящее топливо. Печь наполняется мощным топливом, которое ускоряет ее атаку на 10 секунд. А мне это как-то поможет? А это что такое? Бонус урона. Эй! Твою ж маковку. Блин, ну это фейл, ребята. Это галимый фейл. Если бы я знал, что здесь будут виверны. Да и башни хотел другие совсем взять. Все. Понятно, короче. Просто одного за другим пропустили, вот и все. Да. Дирижабли, конечно, хорошо. Но нам нужны были башни против летунов. Вот так вот. И в основном вот здесь вот. Опять сейчас полетят. Опять сейчас будут летающие эти виверны. Сколько вас тут? Что-то перебор как-то, ребят. Мы просто не справляемся. Я буду в следующий раз, если переигрывать, немножко будет у меня другая тактика. Ты посмотри, посмотри. Да. Так, ну что, что это у нас такое? Призывает ворона, который атакует проходящих мимо врагов. Ладно, попробуем, ребята. Сразу скажу, здесь будет очень много врагов, очень много летающих виверн всяких будет. Так что не знаю, поэтому я, в принципе, и делаю акцент на стрелковых башнях. Может быть, конечно, я это и зря делаю. Так. Короче, вот эта вот дорожка и вот это вот самые, ребят, противные. Самые, как... ну, они только две, в принципе, и есть. Олафа мы ставим с вами сюда. Вот сюда вот поставим. Вся заварушка будет вот на этом пятачке у нас. Практически вся максимальная заваруха будет именно здесь. Поэтому давайте, наверное, сделаем так. Вызывать, я не знаю, дирижабль стоит сюда вызывать или нет. Не знаю, если честно, но... Думаю, лучше пускай он будет находиться здесь. Также нам здесь нужна будет, ребята, охрана. Охрана, я имею в виду в плане рыцарей и так далее и тому подобное. Давай сюда поставим вот этих рыцарей. Сюда мы с вами, наверное, поставим... Подожди-ка. Сюда мы поставим с вами кристалл. Так, а вот сюда поставим лучников. Так, сюда, наверное, мы с вами поставим мага. Ну что, посмотрим, ребят, давайте, как у нас пойдет сейчас дело. Так, эти у меня... Давай-ка их вот сюда поставим. Дирижаблик.
Вот сюда сместим. Посмотрим, как у нас тут пойдут дела, ребят. Там у нас маг, лучник. Нормуль пока. Можно как-то всячески помогать, да? 160. Что нам нужно прокачать в первую очередь? Я не знаю. Мага? Так, Олаф, ты давай сюда иди. Вызывай всякую тут дрянь свою. Не даем, ребята, им пройти. Копим деньги и начинаем потихоньку развиваться с вами. Надо будет еще, кстати, вот сюда поставить еще один луч. Луч смерти. Да-да-да, он нам пригодится, поверьте мне. Так, рыцари, какие же вы слабенькие пока еще, а? Какие же вы... Олаф, елки-палки. Олаф, не Олаф, а Олох. Олаф это у нас немножко другое. Это, по-моему, снеговик у нас, да? Из храброго сердца или ледяное сердце. Так, что, следующую волну вызываем? Олах, давай вставай. Лежит там, расслабляется. Надо вот сюда, кстати, ребята, давай расчистим. Поставить каких-нибудь стражей. А стражи у нас только одни. Это рыцари, да? Ну да, ребят, только рыцари. Поэтому будем их сюда и вызывать. Ну, что там? Так, нормуль. Пускай будут, ребят, для контроля. Здесь, кстати, можно будет еще нанимать вот таких вот упырей. Кто они там? Тролли-наемники. Вот так вот величать их. Тролли-наемники. Какие же вы слабенькие башенки. Ёлки-палки. Хе-хей. Урон практически вообще не наносит. Поэтому давайте, ребята, мы будем, наверное, сюда еще луч я хотел, да, поставить? Или вот сюда его влепить? Давай, наверное, влепим вот сюда. 140, да, нужно нам монет. Сейчас еще пойдут девочки здесь с топориками. Тоже будет весело. Ну-ка, жарим лучом. Замечательно. Классно, справились. Так, ну что, еще, наверное, один, ребята, луч я здесь выставлю. Вызываем сразу волну. И понеслась. Луч этот прокачать, да? 210 нам нужно энергии. Прожигаем, прожигаем потихоньку. Так, ну и рыцари, конечно же, на добивку тут бегут. Добивают там потихонечку. Так, нужно... Я вот не знаю, что лучше нам сделать. Наверное, все-таки прокачивать лучи. Вот эти вот смертельные, да? Спепеляющие. 210 нужна энергия. Так, давай-ка, наверное, немножко подсобим нашим ребятам. Был бы здесь какой-нибудь, я не знаю, гном или еще кто-нибудь, который бы мог бы нам деньги где-нибудь здесь искать. Шариться, рыскать, да? Так, давай-давай-давай-давай, добиваем. Сколько там нужно? 210. Еще долго, долго еще копить. Так, Олах, иди сюда. Давай я тебе помогу здесь на прикрытие. Разобрались, да? Оп. Замечательно. Ом. Алирама. Вот они. Девчули эти идут. Которые любят метать топорики на расстоянии. Так, ну мы их быстренько тут поджарили. Так, следующее улучшение 240 будет стоить. Вызываем, ребят, волну. Кто там? Что там? Что это такое сейчас было? А вот, ребята, и Олаф. Да-да, тот самый снеговик, за которого я получил анчивку. Ну, давай бомби, бомби. Так, вызываем помощь. Вот сюда. Так, пока не хватает, ребята, денег. Скоро виверны полетят. Поэтому до их прихода нужно нам, ребята, улучшить башни. Ой, как быстро они его распинали. Идите вы отсюда. Так, я не помню. Олах, вот что ты вот стоишь? Ты хоть бы помогал бы, ну серьезно, ну. Ж не дело. Как они меня раздражают. Жарим их, короче. О! И улучшаем башню.
Хотя надо было здесь улучшить дирижабль, потому что если бы он стоял вот на этой точке, вот на этой, он бы контролировал бы здесь практически все, ребят. Практически все бы мог контролировать. Так, подожди, мне не нравится вот это. Вот это мне не нравится. Черт, они прорываются, ребята. Олах, отойди оттуда, пожалуйста. Отойди оттуда. Давай поможем. Помощь вызовем. Ох, метательницы этих топоров. Сейчас, ребята, расколбасят здесь всех мне. Сейчас они тут всех расколбасят. Блин, у меня и магии-то нет никакой, чтобы можно было бы применить. Джиггернаута я своего сфейлил. Уже давно. И сейчас они пройдут, да? Давай, бомби, 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 бомби по ним. Да, Олах, отойди ты. И эти стоят, и ничего не можем сделать, абсолютно, ребят. Вау, наконец-то поджарили. Так, хватает, нам не хватает пока еще денег. Для того, чтобы... 300. 300 нам нужно монет для того, чтобы улучшить вот эту вот башню по полной программе. Вот тогда она тут начнет жарить. Но опять же, она одна. Что она здесь одна сделает? Ничегошеньки. Давай. Обратно их. И лучом. Классно. Пока вроде бы неплохо. Пока. 300, да, ребят, улучшаем. А дальше у нас идет что? Камень усиления позволяет башне активировать луч в четвертый раз. Вот, наверное, вот это будем с вами делать, да? Чтобы в четвертый раз активировать. По идее, вот этих бы рыцарей тоже нам прокачать не помешало бы, на самом деле. Серьезно, а то они что-то прут и прут, прут и прут. Ну-ка, давай немножечко их укрепим. О, а вот и псы, ребята. Варги, так скажем. Так. Давай. Не зря я тебя, башня, прокачивал. А у нас это что? Стреляет лучом, который мгновенно убивает врага. Ух, вот это, наверное, нам пригодится больше. Так, опять бегут. И дирижабль я так и не прокачал, ребята. А ведь хотел, собирался. Ну, тут, видите, тут выбор. Либо-либо. Никак нельзя всю сразу же нахрапом это сделать. 250. А это что у нас делает? Убитые лучом враги взрываются, но наносят... Ага, понял. Урон, да? Они будут наносить урон. Эй! Смотри, что делать, ребят. Смотри. Пробираются. Так, тут мне тоже не нравится. А где Олаф? Олаф у меня вот здесь стоит. Господи, я не там применил магию. Иди сюда. Так, атакуем, атакуем, атакуем их и не даем спуска. Давай вот так вот активируем этот луч. И вот так вот. Все, надеюсь, нормуль. Конечно, не помешало бы, наверное, нам еще немножко нанять здесь наемников. Для подстраховки. Так, слушай, ну пока неплохо. Лучи справляются, ребят, со своей задачей. Варги эти не успевают пробежаться. И это большой плюс для нас. Так, давай-ка, давай уничтожаем. Так, нам нужно что-то с вами предпринять еще. Дирижабль. Дирижабль нужно прокачать, наверное, да? Да, я думаю, что это будет нормуль. Хорошая идея. Опять эти там стрелки вот эти вот. Черт бы их по... Эй! Какого лешего-то? Какого лешего вы прошли? Как вы... Зашибись, ребята. Пропустили. Этот тупорылый стоял, ничего не делал, а? Дурик-то. Ну? Блин, я могу, ребята. Прокачка небольшая, конечно, но что поделаешь. Так, хорошо. Двоих, короче, ребята, мы с вами продинамили. Они прошли. Тут у нас 250, да? Это луч, который может убить сразу же. Дирижабль 300. Да, недешево стоит все это удовольствие на самом деле. Вот, опять начинают. Стоят как тупорылые, да? Ничего не делают, абсолютно, ребят.
Ну, вы справитесь, нет? Так, сколько у нас там? 300, да? Так, мы это отменим. 300. Так, ну что, дирижабли начинают, ребят, потихоньку бомбить. Это хорошо. Для нас это хорошо. Олах, да давай ты, ну хоть что-нибудь ты будешь делать-то. Стоит просто, смотрит, любуется, как мы их там разбирают. Смотри. Офигеть. Так, дирижаблик. Лети-ка ты вот сюда. Лети-ка ты, наверное, вот сюда. Правда, он у меня обзор весь закрыл. Я ничего не вижу, что там происходит. Так, этих надо прокачивать еще. Давай улучшим. Могу еще? Могу, ребята. О! Совсем другое дело. Блин, дирижабли, серьезно, ты как-то мне немножко вот закрываешь обзор видимости. Я не вижу, что там происходит. Совсем плохо все. Иди сюда. Пускай здесь будет. Тут, я там ничего не вижу, что там происходит, ребята, серьезно. Надо нам этих прокачать по полной программе, да? Помощь вызываем. Идите вы отсюда. Вот сюда бы, наверное, знаете, что не помешало, ребят, поставить башенку. Одну, точно. Надо было сразу так сделать. Олаф, Олаф, бомби. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига тут. Нифига тут, ребята, наплыв, на храп такой идет. Жесть. Луч. Лучом, конечно, бомбить надо. Помощь. Всякая помощь здесь нам пригодится. Всякая, абсолютно. Так, луч прокачаем, наверное, да? Да какая тут еще музыка? Дирижабль. Твою ж налево. Фух, молодец. Нам нужно его прокачать. А вот, ребята, и виверны полетели. Вот они. На них я в прошлый раз и сфейлился. Ну, я смотрю, лучик жарит, будь здоров. Так что шансов у них тут, по-моему, маловато на выживание. А вот когда собаки бегут, это уже, ребята, хуже. Потому что луч будет на них отвлекаться. И виверны могут пролетать. Так, что у нас там по рыцарям? 260 нужно денег, чтобы прокачать их. Так, давай, помощь. Помощь вызываем. Так, а дирижабль 360. Ну, если дирижабль будет прокачанный у нас, ребят, по полной программе, это будет имба, поверьте мне. Это будет имба. Поэтому надо будет, наверное, его все-таки прокачать. Давай, задерживать будем ребятулек этих. Ну, пока только лишь два воина у нас прошло, ребята. На три звезды еще пока тянем. Так, прокачиваем дирижаблик. Ух. Так, теперь смоляную бочку прокачаем. Так, давай. Олах, иди сюда. Ох, дирижаблик ты мой, родной. Давай вот этого вот мелкого гоблина выучим. Так, тут, ребята, летающие юниты полетели. Будут сейчас. Вот оно что. И тут. Со всех сторон прут, короче. Ладно, посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Вон они, ребята, виверны эти. А кто у меня может здесь? Олаф, если только. Олаф, Олаф. Его надо вот сюда, ребят, как-то... Да что там такое? Ай, пролетает. Найми 5 троллей. Да... Ну, хотя бы одного подбили. Так, они у нас с топорами, да? Они стреляются. Это круто. Этих надо здесь зажарить. Так, помогаем всячески, как только можем. Опять, ребята, виверны. Лучник, лучник, лучник. Вжаривай по этим вивернам. Эть. Эть, успеем, нет? Фу, успел, малорик. Красавчик. Просто красавчик.
Так, давай-ка мы, наверное, еще одного. А, я не могу, да, призвать больше. Их только трое здесь может быть. Все, я понял. Опять эти виверны паршивые, а. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Олах, бомби по ним. Бомби-бомби по этим вивернам. Их тут немножко осталось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пролетят все-таки, а. Ох. Ребята, 5 юнитов уже пролетело у нас здесь. Даже этот луч нам тут не помог вообще никак. И маг вот этот тоже нам не помог. Вот так вот. И дирижабль тоже нам тут не помогает вообще никак. Никаким образом. Обидно. Конечно же обидно, ребята. Я не знаю, получится ли у нас тут на 3 звезды. Но, по-моему, вряд ли. Слишком много фейлов. Так, дирижабль, давай, бомби. Вот, по красоте. Так, подожди, а как они тут про... Как они могли проехать, я не понял. Ну, хоть так. Ё-моё. Опять, да сколько же этих летающих тварей здесь будет, а? Я серьезно спрашиваю, сколько их будет здесь? Я же всячески тут пытаюсь, ничего не помогает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И тут еще пролетит, как минимум. Да все 3 штуки и пролетят. Жесть. Просто жесть, ребята. 12 сердечек осталось. Трындец. Да, вот тебе и башни. Вот тебе и лучи. Со всех сторон бегут, а? Ну, ребята, Kingdom Rush навсегда славилась своей вот этой вот сложнотой. Да. Даже здесь не смогли продержаться. Господи. Ты смотри, вот что происходит. Этот стоит, ничего не делает. Ну. Ну, дирижабль, ну ты-то, ну что ты тупишь-то? 9 сердечек, ребята. 9 сердечек. 8 даже. Трындец. Сложно, очень сложно. Улучшаем. Улучшаем. Ну. Почему-то дирижабль даже не бомбит. Странно. Так, хорошо, предположим, пока вот так вот. Ну, ребята, 80 сердечек из 20, это, конечно. Кто это там у нас на саночках катается наверху? Это 13-я волна была, всего лишь 13-я. Давай-давай-давай, следующую волну. Смеяться будем позже. На ранней стадии вот так вот бомбашить их всех. Здесь прикрываем. Там у нас еще наверху тоже... Не все хорошо. Не все хорошо, ребята. Фига тут заваруха. Прокачаем щиты. А дирижабль у нас тоже, что ли? Я не могу понять, бомбит. А, нет, это не дирижабль, это олов. Бросает свои там. Эй! 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 Твою же налево. Еще один, ребята, просочился. Еще один тут, ребят, пролетел. Я уже тут весь в лучах, извини меня. В защите от лучей. Ну, все равно, ребята, проигрываем. Так. Идите отсюда. 7 сердечек всего лишь остается у нас. 7, ребята. Я боюсь даже представить, что у нас поджидает в дальнейшем. Ну ты посмотри, ну как они могут пройти-то здесь, ребят, я не понимаю. Дирижабль еле-еле там пыхтит. Давай, давай, давай. Так, тут у нас, тут пока все хорошо. 3 луча бьют по этой виверне и не могут ее подбить. Так, что дальше? Следующую волну вызывать. 210.
У нас на дирижабль у нас прокачан полностью. Так, помогаем. Вот эти, конечно, у меня вообще не прокачанные, ребят. Вот эти вот рыцари. И опять виверны. Жесть какая-то. Ну! Господи, неужели пролетит? Одна еще, ребята, пролетела. Очень сложно, на самом деле. Очень сложно. Трындец просто. Так, лучник у нас прокачанный. Этот маг вообще не прокачанный никаким образом. Начинает тут бомбить. Так, давай вот так вот сделаем. Ноу, не надо тут выеживаться. Опять летят. Опять летят эти ребята виверны. Давай, бомбим их. Отлично, хорошо, по красоте. Пока по красоте, ребята, все. Нет, не дадим пройти никому здесь больше. Хороший, так, 6 сердечек осталось. Еще 6 врагов пройдет, и все, и фейл. Ну, жгите. Отлично, молодцы, ребята, справляются. Найс. Так, тут у нас все пока под контролем. Давай вот этот луч выучим. Смертельный. Ребята, это была последняя волна или нет? Или будет еще последняя только? Ух. Да, одно сердечко. Два. Два сердечка, это круто. Ну, точнее, не сердечко, а две звездочки. Блин, ну вы сами только что видели. Ну, это жесть какая-то миссия. Я боюсь даже представить, что дальше нас с вами будет поджидать. Так, ух ты. Новая башня, что ли? А, нет, очки улучшения. Три. Так, куда мы с вами передвигаемся? Позже. Так, у героя сколько? 4 очка, ребята. Давай, наверное. Копии наносят еще больше урона. Вот таким вот образом мы с вами сделаем. Улучшение. Так, 4 очка. Что это у нас такое? Стоимость особых навыков башен теперь ниже. Стоимость особых навыков. Так, а это у нас что? Волна. Вы учили так, а здесь все башни наносят больше урона. Отлично. А вот это вот заменяет флаги при каждом выходе на смертоносные катушки Теслы, которые бьют током врагов. Флаги, заменяет флаги. Какие флаги, я что-то не понял. Так, достижение, ребята, у нас тут есть какое-то. Получить награду. А, это за нанять 5 троллей, понял. 269. Мы можем с вами что-нибудь приобрести. Джиггернаута, я его, ребят, потратил. Но он крутой чувак. Он крутой чувак. Потом я, наверное, в конце видео прикреплю свою первую попытку. Правда, я сбросил где-то там посредине, когда я уже понял, что там все, нам ничего не светит. Я сбросил игру и начал как бы заново. Ну, наверное, прикреплю, если не забуду. Так, ну что ж, давайте, наверное, переходить вот на эту главу. Это у нас «Замерзшие ручьи». Это, по-твоему, победа? Ты позволил и поднять тревогу, и предупредить остальных мерзких северян. Быстрее! Отправляйся к замерзшим ручьям и захвати главную деревню, прежде чем придут их жалкие подкрепления. Не смей снова меня подводить, генерал. Понял, но вначале я хочу взять башни. В общем, вот от этих башен, ребята, вот от магической и от лукарей, никакого абсолютно толку нету. Абсолютно никакого толку нету, и поэтому я буду, наверное, призывать... Вот такую возьму башню, да? Это против... Так, что у него там? Поражает древних, которые будут сражаться с врагами несколько секунд. Пускает корни, которые оглушают врагов на короткое время. И создает толстый туман, из-за которого враги пропускают атаку. Сгодится. И вместо мага нам нужно, ребята, кого-то взять. Вместо мага зомби, что ли, возьмем? Или ведьму. Давай вот этих вот возьмем. Риф дьявола, да? Буревестники поднимаются из пучины, чтобы поразить. Ну, мы брали уже, мы смотрели их. Так, улучшить характеристики морских дьяволов. Морские дьяволы теперь могут ловить врагов с помощью сетей. Оу. Ну, тогда давай. Ну что, ребят, теперь я готов. Поехали. Сражаться. Больше чем уверен, что здесь опять же будут летающие виверны, которые будут меня раздражать. Ну, будем стараться как-то, ребят, выигрывать.
Так, у нас с вами, ну, здесь хотя бы одна контрольная точка, да? Не две, не три, одна. Это уже меня успокаивает. Пингвины. Надеюсь, это не какие-нибудь у нас тут отсылки. Не? Что это? А-а-а, Мадагаскар. Все, я понял, ребят. Видели, да, пингвин-то этот? Который там дрался-то у нас. Так, что у нас тут? Все, по-моему, никаких больше приколов нету. Так, ну что же. Фу-фу-фу. Это типа второй, да, найденный? А где тогда последний, третий? Их же там три, по-моему, было пингвина-то этих. Так, а ну-ка. Может, этот? А этот? Ты ничего не видел, да, ребята? Помните, вот эти тайные агенты-то? Это же как раз из Мадагаскара вроде бы они. Ну что, давай, Олах пойдет сюда. И начнем, ребята. Две волны. Здесь по любасику посередине мы ставим с вами дирижабль. Хотим мы этого, не хотим, он будет здесь стоять. Будет здесь стоять, прикрывать. Дальше что? Сюда мы поставим с вами наших рыцарей. Вот так вот. Вот здесь придется расчистить и поставить, ребята, луч. Луч будет стоять. Так, ну и что? Сюда мы, наверное, поставим с вами вот этот лес. А сюда поставим вот эти вот. Ну что, посмотрим. Дальше уже будет, ребята, видно. Куда, чего, в какое направление нам двигаться. Чего, посмотрите, так. Викинги, да, идут. Ну. Ой. Что это такое? Что это за детский сад? Что это за атака, ребят? Олах, иди сюда. Иди сюда. Будешь бомбить. Так. Лучом поджариваем их. Не знаю, зачем сюда лес этот поставил. Будет ли от него вообще толк? Рыцари будем прокачивать или дирижабль? Ребят, я думаю, что, наверное, лучше дирижабль. Для начала. А ну-ка. Или лучше даже этот луч. Как вы думаете, что лучше? Или все-таки вот это? Ну, посмотрим. Так, ну, по ним достаточно неплохо урон наносится вот этой башней. Что тут еще и прибыло у нас, ребята? Это что такое? Но это кто такой? Новый враг. Северный берсерк. Питаемые бесконечной яростью, они вращаются и крошат врагов вокруг себя в мелкую труху. Урон по площади. Ну спасибо тебе большое. Вызвали мне тоже тут такой звук. А где он? Что, мы его бомбанули, что ли, так быстро? Сынуля. Получается тогда он. Так, луч. А, смотрите, ребята, они, по-моему, вот по этой ерунде очень медленно идут. Опять? Вы будете вот так вот сейчас постоянно этого берсеркера вызывать сюда? Серьезно? Хорош. Я на это не подписывался. Серьезно, ребята, они вот вызывают опять этого берса. Ого, ого. Да, его так просто не подбить, ребята. Это идите вы отсюда все. Так, Олах, ты что там у нас? Справишься, нет? Я надеюсь, справишься. Нет! Не справился он со своей, ребят, задачей. Так, надо прокачивать нам рыцарей, господи, иначе... Иначе тут будет конец нам. Да и дирижабль тоже бы не помешал бы прокачать по полной программе. Что он там еле-еле бомбит? Еле-еле, кто там идет? Варвары, да? 240, 240 монет. Ну, вот сама вот башня бомбит неплохо, ребята, именно магией. Смотри, так довольно неплохо. А вот что остальное в случае... Оух, опять варги. Опять, ребята, здесь варги у нас. Блин, короче, здесь будут все. Здесь будут абсолютно все, давай. Так. Надо их, наверное, немножечко, ребята, вот сюда поставить. Но их всего два, понимаете? Они могут только двух юнитов брать на себя. А если тут будет их четыре, будет плохо. Так, лучом, может быть, поджарить.
сделаем такое дело. Ну, дирижабль меня немножко тут отвлекает. Я не вижу, что там происходит. Да ладно тебе, хорош. Выеживаться-то мне здесь. 240, дорого. Дороговато будет. Так, а тут 260. Тоже недешево, да? Но варгов вот, они могут неплохо сдерживать. Эти мечники. Очень неплохо. Но я думаю, что вот эту вот штуку надо... Причем вот, смотрите, да, по верхней пока дорожке врагов идет больше, чем по нижней. И, кстати, нижняя дорожка у нас совсем не защищена. Вот что я вам могу сказать. У нас только лес тут стоит, которого, я не знаю, ребята, даже толку будет, не будет. Что, следующая волна? Вызываем. Ага. Опа, теперь он уже просто здесь идет. Раньше его, значит, вызывали. Так, может быть... Воу-воу, какой серьезный-то. Упал берсеркер, да выеживался. Ну-ка, этих надо бомбить, ребята, здесь. Я все прыгаю там, дирижабль. Я все до него никак не могу дойти, ребят, для того, чтобы его прокачать. Я ведь знаю, что нам он поможет очень сильно. Он бомбит такими ракетами массового поражения. Так, ну-ка давай. Не даем, ребята. Ох ты, еще два берсы тут не хватало мне. Мне и с одним-то как бы было сложновато, а тут их двое теперь. Так, дирижаблик, давай-ка я тебя маленечко прокачаю. Ох, варвар бежит там, наяривает. У него массовая атака, я помню. Опа, опачки. А вот этого, ребята, я и боялся. Именно вот этого я и боялся. Сколько она пробежала? Пока один, слава богу, да? Но это пока. Идите вы в лес. Надо прокачать. Здесь тоже маленько. Так, луч. Давай лучом, наверное, зажарим их. Угу. Сложно, конечно, очень сложно, ребят. И, опа, это еще кто такой? Новый враг, боевой медведь Нанок. Невероятно выносливые медведи в доспехах. Они первыми бросаются на врага в самом начале сражения. Средняя защита атакует врага. Твою ж налево, еще и медведи какие-то здесь. Еще и берса вызовут, да? Смотри, смотри, бежит просто, сломя голову. Ну-ка. А, нет, не берс. Тут вышли у нас обычные, ребята, варвары. Обычные варвары. 300 энергии, интересно, сможем накопить? Луч этот еще тоже нужно ему улучшать. Все нужно, но ни на что не хватает денег. Как всегда, ребят. Вот это вот, она немножко их, да, там травит по чуть-чуть. Я смотрю, это дерево. Ну, совсем маленечко, ребят. Сильного урона я там не замечаю. Давай не омкой. Омкает он мне. Вот сюда вот так. Пускай разбираются. Пока стоят на этой штуке, хотя бы урон будут получать. Опять берс бежит. Два берса. Два берсеркера. Вот сюда, кстати, можно было бы, наверное, поставить еще один луч. Было бы эффективно. Берс упал. Так, мы этих-то тоже не докатим. Все как-то на полупрокачках. До фулочки никого, ребята, здесь у нас не прокачано. Медведь, вали отсюда. Так, с этими-то что у нас тут? 220. Или все-таки этих докачаем? Давай, наверное, этих докачаем. По фулке. 260, да, нужно? Ну, подбейте одного хотя бы врага. Нет, вот стоят, лыбятся. Ну, еще один медведь бежит. Еще, ребят, один медведь бежит. Слушай, ну он крепкий. Медведь этот крепкий, на самом деле. Посмотри. Да. Ха. Ну и денег за него дают прилично. Так, кого тут нам сейчас высадят? Берса нет. Тишина, затишье. 300 надо, да? Один вышел, да я сомневаюсь, что тут один.
Тут их будет целая армия, скорее всего. Давай, вот так вот. Разбирайте его. А, опа, вот, ребята, и виверны летят. Так, погоди-ка. А, луч, у нас здесь луч, ребята, стоит. Успевает, слава богу. Фу. Да, ну они идут и идут. Давай-ка еще. Во. Так вот будет получше. Смотри, ребят, как бомбит. Отлично, кстати. Вот это мне нравится. Надо будет, кстати, 330 накопить, прокачать. Посмотреть, ребят, что будет делать он на фул прокачке. Так, давай-ка подсобим нашим ребятам. Можно даже лучом. Вот таким вот образом, да? Меняем пока. Так, 203. Что у нас там для дирижаблика? 300 нужно. 300, ладно, хорошо, потерпим. А за виверну сколько дает там? 5 очков или сколько? Я что-то не могу понять. Не вижу, ребята. Не вижу там, сколько дают. Я прокачаю, наверное, полностью. Я решил. 330 нужно. А там уже будем смотреть, что оно нам будет давать. Ох. Что, с удара, что ли, сносит? Точно, ребят, ну, круто. Так, призывает облако над врагом, оно наносит ему 70 единиц урона за 5 секунд. Хм, а это у нас... Морские дьяволы теперь могут ловить врагов на 2 секунды с помощью сетей. Хе-хе, хочу на это посмотреть. Нифига они какие стали. Рив дьявола из пучины. Ну, следующая волна. Выходим. Берс идет. Такие, да, чуваки уже. Были какие-то мелкие гномы, сейчас такие уже жиробасы тут. Так, два берса, да, бежит. Что-то как-то вообще ни о чем урон. Дерево у нас еще здесь есть, ребята. Надо будет посмотреть, что делает у нас вот этот вот проклятый лес по фул прокачке. Дирижабль-то мы знаем, что делает. Бомбит не кисло. А вот лес пока неизвестно. Ай, как хорошо прожарили. До хрустящей корочки. Да, было глупо выставлять, да, против вот этих вот барышин. А ну-ка. О! Дерево растет. Все гневее и гневее. Злее и злее. Так. 220 нужно для того, чтобы следующую прокачку ему сделать. Слушай, пока все отлично. Пока мне все очень нравится. А вот это что такое? Улучшает характеристики морских дьяволов. Забавно. Потом посмотрим. Это седьмая волна. Еще 8 ребята, волн будет. Так что я думаю, успеем прокачаться. Если не сфейлимся, конечно же. Ну, давай. Так, а что ты можешь сделать? Так, у тебя есть злобный древний. Надо будет посмотреть, как это будет работать у нас. Злобные древние. Так, ну-ка. А где они? Я не вижу, чтобы ты их призывал. Потом корни зла оглушают врагов на 3 секунды. Надо будет тоже глянуть. Так, пошли теперь по верхней, да? Вон. Это кто такие, ребята? Это кто такой? Суперохотник. Самые опасные хищники в горах. Умирая, они оставляют после себя суперосколки. Так, это убийца, быстрый, разбивается на осколки. Здорово просто. А ну-ка. Ага, вот древний, да, ребята, появляется, понял. Чик, разломался. Это что еще такое тут прибыло? Ребята, льдина какая-то присоединилась. Только не говорите, что сейчас еще вот здесь будет. Точно. О, вот это, ребята, жесть. А вот это в своем репертуаре. Kingdom Rush, он любит вот такие вот штуки, ребята, нам преподносить. Я серьезно вам говорю. Любит и все. Так, где у нас босс? Иди сюда. Без тебя тут будет сложно драться, если честно. Так, поджигай, там вали. Там разборки идут, не кислые. Тогда прокачивать придется мне здесь воинов. Ребят, конечно же, придется. Чтоб тебя... Давай вот их вот так вот. Они достанут просто сейчас тут обстреливать. 260.
260, так, прокачка. Ну что вы вот стоите тупить? Ну, в бой, ребята, в бой. Нет, 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 никаких проходов. Так, давай-ка, наверное, сюда вот этих подведем. Господи, пройдут же. Мне даже нечем, ребята, тут помочь. Посмотри, еще два проходят. Давай хотя бы этого мелкого. Ой, 15, ребят, сердечков осталось всего лишь. Но это нечестно, вот так вот. Ты даже не готовишься к этому. Они бац, приходят. И вот самое глупое, что они стоят. Они не реагируют, ребята, на атаки. Понимаете, на вражеские. Просто стоят и тупят. И это меня бесит. Так, щит. Прокачаем щит. Здесь тоже прокачаем щит. Так, что у нас тут? Медведь бежит. Оп, его сразу тут корешочек встретил. Это, конечно, молодец, что ты там щелкаешь пальчиками. На осколки он распадается, эти охотники, да? Так, отсюда телепортнем маленько. А что у нас тут еще, ребята? Отражение урона, да? А это у нас получает 2% шанс убить врага сразу же. Ну вот что, вот они стоят, господи, нет. Просто не реагируют. Смотри, просто вот стоят себе и все. Тут драка вовсю идет, а они просто стоят и лыбятся. Так, один кто-то пробегает, нет, показалось мне. Пока сдерживаем. Пока кое-как тут, ребята, мы их сдерживаем. Так, давай, 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 давай. Что у нас тут есть? Вот так прокачаем, ребят. Луч. Может быть, есть пока. Да куда ж ты? Так, подбиваем. Ну сложно-то как, а? Их тут бесконечно, их тут очень много. Там-то у нас что? Там у нас все хорошо. Давай улучшим характеристики. Стоял, стоял, взял и погиб. Логика. Нет никакой логики. Да. Осколочки, да? На осколки распались. Ну, пока еще, ребята, мы держимся с вами. А это у нас что такое? Враги в тумане пропускают 5% своих атак. Давай, на 6 секунд оглушай. 5, они отсюда прут. Еще и берсеркер тут идет, ползет. Еще и берсеркер ползет. Справимся тут? Я надеюсь, справимся, ребята. Не, ну рыцари хороши. Я ничего не могу сказать против них. Они велика... Когда они прокачаны, они вообще имба. Так, лучик. Там виверны, да, летели? Ну, с ними-то, слава богу, вон эти справляются. Отлично. Просто на ура, я бы даже сказал. Так, лучик у нас. Здесь, конечно, бы прока... Эй, тихо, 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 тихо. Куда ты разогнался, парнишка? Так, разобрались вроде бы, да, с ними? Отлично. Да ты посмотри, вот они топорами забрасывают и все. Просто забрасывают топорами. Так, луч. Здесь вот так вот отражение поставим. Да, уровень, конечно, жестокий. Ну давай, берса-то накажем. Ну, олох, господи, он же тебя сейчас забомбит. Отойди. Проснулись, да поздно уже. Слушай, ну вот эти вот красавцы. Мне нравятся вот такие вот чувачки. Давай еще вот это вот облачко сделаем, чтобы оно наносило урон. Да, как-то их быстро тут выносят, на самом деле. Так, секунду. Куда ты побежал, эй? Как он там, как он, ребята, мог пробежать, а? Но, по-моему, он не успел, да? 15 сердечек как было, так и осталось. Так, давай вот это, наверное, лучше. Господи, они достанут. Эй! Черт подери, да что ж вы так... Что тут происходит? Дынь, 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 что-то все мелькает, мельтешит. Я не успеваю ни на что среагировать. Так, там у нас... Этот осколок, по-моему, сильнее, чем сам вот этот охотник. Ну?
давай, 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 пробиваем, ребят, пробиваем. Куда ты там побежал? Так, что у нас тут есть? Прокачка. Давай вот так вот сделаем. Ну смотри, он смотри, сколько держит, ребята, урона. Просто выдерживает, ему пофиг. Крут, крут, конечно, рыцарь вот этот вот. То есть он стоит, они в него, смотри, метают топоры, он стоит все еще. Малорик. Четко работает. Так, здесь. Здесь пока ничего, здесь. Ну, дерево, ребята, так себе. Вот я понял, что оно не особо хорошо. Не того эффекта я немножко ожидал от него. Теперь я понял, как работают сети. А это кто такой? Ледяная ведьма. Могущественные ведьмы, которые способны создавать живых существ изо льда, могут заморозить любого врага. Замораживает врагов, призывает осколки. Высокое сопротивление к магии. Вот так вот. Допрыгались, ребята, мы с вами, по-моему. Ждем сюрпризиков. Вон она, ведьма. Но если у нее большая сопротивляемость к магии, я думаю, что у нее нет сопротивляемости к физухе. Она порождает осколки. Так, а я хотел дирижабль улучшить. Так, хорошо, предположим, ребята. Ох, сколько. Ну-ка, дай лучом. Слабенько как-то луч в последнее время бьет. Come here. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты? Да ладно, из этого мелкого. Мелкий упыреныш, а пробежал, по-моему. Или не успел. О, вот это я понимаю. Вот дирижабль сейчас будет наяривать. Ох, наяривать-то будет. Давай вот этого гаврюшу выучим, да? Так, смотри, какая тут армия бежит просто, а? Ведьмы. Ведьмы тут, ребят, буянят. Так. И остаются лишь прокачать нам бочки. Так, а этот у нас прокачанный? Нет, ребят. Ну, прокачанный, но не по полной программе, да? Хорошо. Давай начнем. Раз, два. Солина. Так, а здесь у нас 170 нужно, да? Так, летающие, ребята, юниты будут сейчас. Летающие. Так, медведи. Тут у нас древень. А древень становится круче, да? На 5 секунд. Сокращает время становления умения на 5 секунд. Хорошо, давай. О, еле-еле двигаются, ребята. На осколке разлетится. Хоп, осколочек встал и побежал. Побежал осколок. А ну-ка. Я же лучом хочу бомбануть. Давай-давай-давай-давай, луч. Ох, ё-моё, ребят, пролетит, да? Нет, не успела. Так, идем прокачивать наших рыцарей. О, они красавцы. Вообще имба. Рыцари просто имба, ребята. Так. У нас здесь такая линия обороны просто жесткая здесь. Угу. Давай виверночку уничтожаем. Здесь у нас прокачка по полной. Так, здесь у нас вот сетку. Тоже прокачано по полной программе. Так, здесь у нас не все прокачано. Оп, тихо. Эй. Да ну хорош. Ну как так, а? Ну как так может быть? Пролетают и все. Да, ребята, 12 сердечек. Жестко. Все очень жестко. Ну что вы там бомбите? Достанут, а? Готовы. Так, ты у меня по полной прокачан, да? Хорошо. Здесь тоже, здесь рыцари у меня по фулке. Опа, на. Снизу, ребята, идут враги. Отвалите. Чего-то вот здесь не хватает нам. Чего-то не хватает. Не знаю чего, ребята. Осколок этот еще хитро задновский. Давай бомбить. Так, башню эту, что ли, прокачать мне? Давай хомкой там.
Видите, у меня нету, ребята, вот ни одного из этих бонусов. Были бы у меня какие-нибудь бомбочки, я бы мог намного лучше бы сыграть. Избежать, так сказать, нелепых этих проходов. Так, Олаф, ты будешь там что-нибудь делать-то, бомбить, я не знаю. Так. У них все прокачано здесь по полной программе. Давай. Вызывать. Так, дирижабль у меня по полной, да, программе прокачанный, да, это все по полной. Вот этот у меня. И дерево. Вот так. Вот они, вот неугомонные, а. Ребята, это последняя волна. Это последняя волна у нас. Как-то больно рьяно тут все началось. Погоди-ка, мы можем с вами... А, тут улучшено по полной программе. Хорошо, давай тогда вот здесь, наверное, улучшать. Идут, идут, идут. Come here. Так, дирижаблик, может быть, ты как-то немножечко в другое место сместишься? Да, хотя, в принципе, неплохо он бомбит здесь. Ну вот тут сколько врагов-то. Эй-эй-эй-эй-эй! Да ладно, тебе этот гном не прошел. Так, подожди, а в чем? Погоди секунду, как они могут тут пройти? Неужели фейл, а? Ты посмотри, ребят, я просто не справляюсь. Элементарно проходят. Мои рыцари встают, блин. Оу, фейл. Офигеть. Просто офигеть. Вот всю жизнь мечтал вот об этом фейле. Рыцари, тупорылые, что ж вы там стоите-то, а? Прикрывается, да, ребята? По-моему, прошли, но это трындец. На последнем сердечке. Жесть. Вот, что хотите, делайте, но это жесть. Вот, кстати, меня расстроил этот лес. Проклятый лес, который практически ничего не делал. От него толку было мало. О, склеп с привидениями. Это новая, ребята, башня у нас. Интересно будет посмотреть. Мне интересно будет потом поиграть вот эти вот уровни, чтобы пройти их на 3 звезды. Вот, вот что мне охота потом сделать. Так, ну что же, давай, наверное... Нет, это какая-то бесполезная вот эта ерунда. Давай, наверное, вот это вот прокачаем. Так, готово. Теперь посмотрим, что у нас за новая башня, ребята. Древний склеп, в котором сочится темная магия. Вокруг него собираются ужасные призраки, которые атакуют и вселяют ужас в любого, кто посмеет к нему приблизиться. В склепе могут поместиться еще привидения. Возьми под свой контроль врага. На короткое время будет сражаться на вашей стороне. Хоу! Призовите горгулью стража, которая будет сражаться на вашей стороне. Слушай, ну вот это неплохо. Я думаю, ребята, надо будет взять вместо вот этого корня, вместо леса этого. Улучшение. Хм. Что это такое? Все герои получают... Все герои... А, улучшают свое здоровье. Обычно так и все герои становятся мощнее. Так, а это у нас первый удар заклинания будет еще сильнее. Хорошо. Удар на короткое время оглушает противников. Тоже неплохо. Ну что, ребятушки, на этой ноте, я, наверное, думаю, мы закончим этот видос. Обязательно встретимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.